Друзья, мы на главной страничке Кредо. Начнем с описания концепции этого проекта. Вообще в основе здесь лежит вот этот их консенсус Multi-Party Computation. Вообще у них тут много как бы направлений и функций, которые предоставляет этот блокчейн. Но начнем вот с этой. Что представляет из себя вот этот MPC? Он представляет себя, грубо говоря, то есть... Могу немножко ошибаться, если вы как-то по-другому поняли, то поправляйте в комментариях. Это Layer 2 решение для блокчейна, которое предлагает большую как бы безопасность для блокчейна, для транзакций. Естественно, более быстрые транзакции, меньшие комиссии. И фишка в том, что эту настройку можно сделать над любым блокчейном. Пока у них есть это над блокчейна биткоина и эфириума, вот они здесь пишут, что это типа как Bitcoin Lightning Network, да, то есть настройка над эфиром, настройка над биткоином, или эфириум плазма, то есть подытожим, да, решение, которое позволяет использовать уже имеющиеся блокчейны, но улучшать их, как бы предоставлять им лучшую масштабируемость, более быстрые и дешевые транзакции. Ну, это, в принципе, актуальная проблема. Сейчас вот довольно популярные вот эти Layer 2 решения, то есть Matic вот задал вектор, и появляются уже другие. Потому что блокчейны, которые вот созданы были ранее, они не были направлены на такую жесткую масштабируемость, как вот мы сейчас достигли вот на эфириуме, да, когда мы видели эти гигантские комиссии, это как раз таки было обусловлено тем, что мы просто эфир не был готов к такому количеству народа, и вот поэтому вот появляются такие решения. Что еще предлагает Кредо? Во-первых, точнее уже во-вторых, у них есть своя уже площадка, то есть готовое, грубо говоря, приложение. Немножко расскажу про регистрацию в этом приложении. Тут все не так просто, то есть типа вписать mail и пароль, все, вы зарегистрировались. Они тут очень сильно заморочены над безопасностью. То есть чтобы здесь зарегистрироваться, нужно пройти пошаговую регистрацию. Она включает привязку там мейла, телефона и самое главное скачать еще приложение на телефон, где вы там, ну, создаете кошелек, сид фразу, все дела. Но приложение на телефоне нужно только для того, чтобы обезопасить вот ваш аккаунт. То есть это, грубо говоря, как двойная аутентификация, да, от Гугла. Только вот у них свое собственное приложение. То есть чтобы заходить каждый раз вам в Credo Network, вам нужно подсоединяться телефоном, ну, опрувить там ваш вход. То есть вот это как раз таки, да, то, что главное из того, что они предлагают в своих решениях, это безопасность. Они очень сильно на этом здесь заморочены. И в целом, да, вот через это приложение я как раз хотел показать их остальные функции, что они еще предлагают. Они предлагают вот здесь вот, у них на главной страничке, в принципе, описано, децентрализованная кастоди, да, то есть хранение активов. И как эта децентрализация, в чем она заключается? Она заключается в том, что здесь можно делить ваш... Вот вы можете создать фонд, да, вот у меня я создал вот для биткоина, и вы можете делить его с другими пользователями, тем самым его децентрализируя и как бы, ну, делая, естественно, еще более безопасным. Еще у них тут есть функции... здесь вот можно создавать, да, вот эти тексты, кросс-чейн свапа, то есть можно менять уже из блокчейна в другой блокчейн. Пока что поддерживается только биткоин и эфир и некоторые ERC-20 токены, но я думаю, это будет все развиваться. Но в целом, как вы видите, здесь очень много всего напичкано и очень много чего готово, поэтому круто, что вот проект уже на такой стадии подготовки выходит на CoinList. Естественно, делая небольшой спойлер, нам будет не так страшно сюда заносить. По концепции, я думаю, ну, основополагающее я вам попытался рассказать. Если какие-то уточнения, опять же, пишите комментарии, будем общаться. Давайте просто вот подметим. Давайте посмотрим вот про стратегических партнеров. Есть тут у нас знакомые имена, вот Celsius, Deribit, Coinbase, что, я думаю, многим даст уверенность, да. Вот еще Бейкеры тут... Есть какие-то фонды, компании. Дальше, что нас еще интересует. Вот тут, кстати, отзывы даже вот от этих вот рекомендаций от стратегических партнеров. Ну, естественно, пишут, что все хорошо, ну, то есть проект классный. Но в целом мы и посмотрели, да, то есть
проекту как таковому нет никаких претензий, плюс они уже предъявляют готовый продукт, это предоставляет определенное доверие, и поток киномика здесь все неплохо. Ну, давайте досмотрим, уже будем делать какие-то выводы. Здесь еще раз описывается общая концепция, да, то есть, типа, объединяя какие-то кросс-чейновые протоколы, типа Torchain, Ren, Keep и кастодиальные сервисы, мы получаем вот Credo, описывается еще раз концепция, можете почитать white paper. Что касается вот их родмапа, да, то есть вот я вам сказал, вот даже в конце 2020 года их майнет был запущен, вот они тогда запустили только поддержку биткоина, сейчас запустили поддержку эфириума и ERC-20 токенов.